Веселые сказочные герои, увлекательные мастер-классы, квесты и игры. В парке «Дубки» прошла зажигательная программа для юных химчан. Преддверие зимнего сезона встретили с размахом и задором. Баба-Яга пыталась провернуть свои темные дела, но толпа ребятишек вместе с добрыми персонажами остановили злодейку. Какая добрая, хорошая! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! К вам Снегурочка пришла! После незабываемого представления театра «Наш дом» дети приняли участие в мастер-классах по изготовлению игрушек и новогодних гирлянд в творческой мастерской. Одну сторону накрасить клеем, сложить, и у нас будет приклеен, да, наша гирляндочка. Как отметили организаторы, это не просто поделки, а сюрприз для Дедушки Мороза. Все ждут встречи с новогодним волшебником. Что же такое Дед Мороз? Что он вообще себя представляет? Что у него в мешке? Все часто спрашивают, а где же сам Дед Мороз? А Дед Мороз празднует свое день рождения дома. А сегодня мы готовим для него подарки с детьми. На празднике развернулась ярмарка умельцев. Здесь можно было приобрести украшения и игрушки ручной работы. Зимний сезон в Химках будет ярким и насыщенным. Для гостей парков готовят более 350 мероприятий с уникальными развлекательными программами в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.